Я извиняюсь. Джо Байден ввел 6-й пакет санкций против России. Ты посмотри, а на него в натуре, вот ты, что за ты, что-то ты за урфин джуз, ты, короче, прожеванный ты в натуре. 6-й пакет санкций уже вводит. Еще кто вводит, Вася, кто? Кто? Ты, Фуцин, Байден. Это кто? Это ходит вот эта рухлядь. Джори. Я не это имел в виду, короче. Что ты имел в виду? Ну, человек, он, слушай, он с пустотой здоровается, ты не видел эти видосы? Он говорит, здорово, здорово. Кому говорит, непонятно. Слушай, а что у них там вообще за организация? Что никто с ними нормально договориться не может? Кроме Вована с Лексусом никто не может поговорить. Единственный адекватный диалог с Россией через пранкеров. Может, они там вообще тоже пранкеры все? С ума сошел, какие пранкеры? Может, они троллят нас, Россию, а? Вы кого там троллите, вы? Вы во двор к сатане пришли канатохостом заниматься. Что, а? Ты можешь понятно разговаривать? Люди не понимают, что ты вообще говоришь. Не надо так с нами, с Россией. Я это имел в виду. А то один момент... Жорик, не надо такие вещи, тихо! Я извиняюсь, все, угомонить.